На. Есть удар. Следующий. На, получай. Так, ну вроде бы не сложно. Я понял, как он играет. Да, Дуда Плей. Всем привет, ребятки! Вы на канале Дуда Плей. Мы продолжаем играть в игру Побег Стикмена из тюрьмы. Так, посмотрим, на каком мы уровне. А мы, ребятушки, с вами на 203 уровне. А ты их уже собирал, называется. Так, а ну-ка, интересно. Что там я собирал? Так, тут ничего не активно. Смотри, подожди. Опять непонятно. Так, у нас код, да, какой-то? А, 203. Понял, короче. 203 уровень и код в замке 203. Так, несложно было. Так, это что такое? О, подожди. Новый босс. Так, бросается батарейками. Ладно. Сейчас туда. Так, а что мне с бомбочкой делать? А, вот. Так, это, в принципе, несложно. Я примерно понял, как играть. Просто прыгаем через батарейки. И потом бомбочку ему щелкаем. Все, еще третий удар. И он, ребята, у нас щелкнется полностью. Все, сейчас бомбочка одна выйдет. Все, прощай, чувак. Все, он у нас умер. И мы убегаем с этой тюрьмы. Давайте. Смотри, название. 1, 2, 3. 1, 2, 3, что это значит? Что это такое вообще, ребята? А, ну они вроде бы ничего не нажимаются. Это какой-то пароль. Так, а здесь ничего нету, да? Не знаю. Надо ключ открывать. 1, 2, 3. Сколько у нас единичек? 1, 2, 3, 4. 4 единички. А двоечек сколько? 1, 2, 3. 3 двоечки. Значит, 4 будет первая. Первая будет 4. А, мне надо выходить и смотреть. Ладно, сейчас я тогда запишу у себя. Значит, у нас будет 4. Первая. Вторая. Двоечек сколько у нас? 1, 2, 3. 3 двоечки. И троечек. 1, 2. И 2 тройки, да? Значит, код будет 432. Да, я так думаю. 432. Все верно, в принципе. Несложно было. Ух ты, капитан, у нас проблема, смотри. Ё-моё. А что делать, ребята? Я не понял. Ага. Это стрелять может, смотри. Хорошо, отстреляли мы ее. Она опять бежала, стена. Ладно. Так, а я умру, интересно, от вот этой штуки? От бомбочек этих. Наверное, умру. Ладно, не будем проверять. Ух ты, опять ударный дождь. Ребята, вот такое у нас было в какой-то серии, я помню. Нам нужно аккуратненько бежать и не попадать в эти кулачки вот эти, ребята. Так, быстрей. Оп. Все, успели? Так, ладно, бежим дальше. Ладно, попробуем. Попробуем с... вот так вот. Оп, все, убегаем. Быстрей. Все, убежали. Так, давно ли ты прыгал на батуте? О. Так, понятно. Хорошо. Примерно. Так, давно ли? Давно, я вообще не помню, когда я последний раз прыгал на батуте, ребята. Так, а ну-ка. Есть. Так, еще раз, наверное, надо будет. Еще одну. Хорошо. Теперь надо нам уходить отсюда. Угу. Все, 208 уровень мы, ребятушки, с вами прошли. Ух ты. Мы играем за руку. Которая должна схватить, получается, ключик. Да. И все.
А если бы она попала под пчелу, она, получается, пчела бы ее ужалила. Я так думаю. Так, трубопровод, ребята, трубопровод. Что же тут в этом трубопроводе? Можно ли это брать руками? Нет, это ничего не берется. Так, ничего не активно. Я проверил. А что ты умер? На коробку упал и умер. Нельзя прыгать, получается. Ну, немножко я не понял, конечно. Ага. Так, вроде бы... Так, а что оно не работает? Так, рычаг не работает, короче. Ладно. Нам надо шестеренку, я думаю, взять. Так, взяли шестеренку. Так, больше мне ничего не надо брать отсюда. Вроде бы это должна заработать теперь штука. Да, все работает. Так, а остальное мне прикасаться к этому ничего нельзя. Потому что он умрет. Я уже так пробовал. Так, после коробки надо будет нам прыгнуть сюда. Сюда. Так, все хорошо. Спешить не надо. Спешить не будем. Все, мы открыли. Так, теперь надо будет как-то вот это все дело перепрыгнуть. Так, ладно. Спрыгиваем сюда. Опля, все. 210 уровень пройден. Так, синий, желтый, красный. Так, он меня не... Они меня не убивают, да? Я понял. Сначала желтый. У нас два желтых. Красных. Красных 4. Получается 2, 4, 2. Такой вот... нет, желтый сразу. 2. 2, 2, 4 уровень. Угу. 2, 2, 4. Все открыли, ребятушки. Этот уровень несложно было. Так, последнее предупреждение. Ё-моё. Понял. Ах, нифига. Я думал, увеличивается количество рук. Так, ой-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 ой. Тихо-тихо-тихо-тихо. Понял-понял-понял как. Понял-понял-понял как. Так, сейчас они вот эти вот руки побегут. А меня не заденет же, нет? Нет, не задело. Всё. 212 уровень пройден. Ну, не сложно было. Так, 213. Бум. Что значит бум? Значит, должно что-то взорваться. Либо я должен взорвать этот самый. Слушай, я замок должен взорвать, вот что. Я понял. Умер. Да ну. Прыгнул слишком высоко и стукнулся головой об выступающий шип с потолка. Ё-моё. Ладно, будем аккуратнее. Так, тихо стоим, не прыгаем. Вот сейчас можно прыгнуть. Все, бомбочку сюда кидаем, к двери. А как ее зажечь? Можно факелом просто зажечь. Берем любой факел. Любой, да? Да, они все двигаются. И поджигаем. Так, немножко отойдем в сторону. Хорошо. Прошли. 214-й, берегись. О, ё-моё. Их можно так было. Просто нажимать, и они дохнут. Фух. Опять они, что ли? Кричат. Мухи, да, летают? Все. Хорошо, что они нажимаются. А что он там делает? Ух ты, а что он там делает в натуре? В натуре? Он вот так вот двигался сам, я его сам подвинул. Я его, ребятушки, подвинул куда надо. Куда надо. Так, все, забираем ключик. Ждем. Бежим, бежим. Есть. Все, 215 уровень наконец-таки пройден. С этим вот замочком. Барашком вот этим. О, ребята, новый босс. Я не знаю. Он стреляет стрелочкой, прикинь. Ух ты, как интересно. А это что такое? Все понятно, все понятно. Как его, ребятушки, щелкнуть. На. Есть удар. Следующий.
На, получай. Так, ну вроде бы не сложно. Я понял, как он играет. Главное, чтобы тут ничего не менялось. Пока нормально все. Опля. На, получай. Все. Босса мы уничтожили, ребятушки. И идем отсюда, с этой тюрьмы, домой. Все. Так, 217-й, падение. Ух ты, ё-моё. Понял я. Ах, не успел, я не успел. Ключик взять. А, умер. Так, все, теперь успел. Ух ты, ё-моё. Прикинь, как придумано все. Так, ладно, ждем. Ждем. Так, это я не знаю, зачем я нажал. Так, а в смысле, а как мне домой, а как мне дойти назад-то? Так, здесь я ключ взял. Дальше. А как мне домой-то возвратиться? Ладно. Что-то я что-то не могу понять. Как тогда, как выиграть-то? А, все. Все, ребята, получилось у нас. Так, акробат у нас. Название ролика. Ух ты, ё-моё, тихо, тихо, тихо. Нет, не получилось так. Ладно. Опля, все, теперь получилось. 218-й акробат. Так, прицельная атака. Ух ты, ё-моё, прицельная. Хорошо, понятно. А как мне... А куда мне? Вообще, куда мне идти? И что мне делать, ребята? Прицельная атака. А, вот как. Все. Уходим отсюда. Так, новый уровень, без названия. Ух ты. Таракан какой-то, смотри. Таракан ползет. Так, ладно. Этим тараканом я сейчас открою что-нибудь. А, интересно, его шипы... Да, его шипы уничтожают таракана. Все понятно. Вот этим тараканчиком нельзя за шипы трогаться. Можно было догадаться мне. Но я, как всегда, решил проверить. Будет что-нибудь. Подожди. А он назад не ползет. Вверх-то он ползет. А, нет. Нет, ползет вниз. Ох, я уже думал, что не ползет. Так, открыли мы. Теперь идем туда. Нажмем сейчас на этот рычаг. А теперь-то как? А теперь мне надо таракана спускать вниз, что ли, или что? Получается, дальше я и сам пройду? Нет. Нифига. Я не знаю, как переключиться, ребята. Я не могу переключиться опять-таки на своего стикмана. Ладно, ползем тараканом. Ползем тогда, куда нам надо. А надо нам, ребята, взять ключик. А-а-а! Фигня какая. Что-то я не понял, как это играть. Ладно, в следующий раз поиграем в эту игрушечку, ребятушку, в эту серию. Ну а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно передавайте привет. Я передам в следующий ролик и тебе привет. Ну, а так, пока-пока.